Дж-дж-дж-дж. Юг длинный. Нет, опять горбун. Ура! В смысле, нет, ура, Россия победила. Ура, Россия победила. Все, Нюх, бегу. У вас развилось недомогание, да иди ты нафиг, я и забыл, что это такое. У меня дар смерти. Как у меня может что-то развиться, если я не развил? Дар смерти. Смотрите, какие красивые у меня. Ненавижу лучевую болезнь. Короче, это, возьмите пока что все задания, которые сможете. Смотрите, какие красивые у меня. Ставь класс, если ты не можешь брать. Блин, ты так это говоришь, будто они взрываются. Все могут брать. Почему я СБшник? Так ты СБшник. Даник, все могут брать задания. Так, разговор. Бла-бла-бла-бла-бла. Че, спасибо. Уничтожение матриарха? В смысле матриарха? Матриарха. Матриарх. Патрон для дробовика. 12. Купить. Миша, можно я 1000 рублей потрачу от Дани смерти? А, ну потрать. Да в смысле, да как вы тратите? Патроны. Разговор. В пещере неподалеку дайвера обнаружили гнездо грязевого раптора. Нет. Грязевые рапторы. Ура, разбор говна. Ура, патроны. Я купил все патроны, которые были. Теперь у нас нет денег, да, Юга, да? У нас это хуя денег. А чё так дохера у нас? У нас 9000 денег. Подожди, Миша, они что-нибудь покупают из... Так, продай. Погоди, прокачай подводку как-нибудь. Они хризаль этот говно покупают, который я добыл. А, 31 рубль, пошел нахер. А в смысле раптора нет? Да нет, нафиг эти акулии тигры. Нафиг этого акула. Тигры. Мы сколько раз выбирали уже от него? Нет, акули тигры, они страшнее. Они проще, намного мощнее, они более жесткие. У них защиты нет, а у рапторов есть. Похер, короче, а, блин, это же не ползуны, это рапторы грёбаные. Они ну тоже ты опасны. Тупые, вот ты тупые, нахер, а? Да вот похер! В смысле, ты видел бывает огромных акулий-тигров, которые нашу подлодку нападали? Вдруг там такие я же? Я их и убивал вручную. Мы вручную убивали, которые этот, ну, красивый. Ну, короче, похер. Всё, так, хорош сраться. Спереди, молотоглав! Бля, это какой-то жёлтый. Так это и есть он элитный. Он обоссанный. Нас занимает. Он туту. Капец, нас сейчас убьет давлением на тебя. Блин, а у меня хера не работает. Красиво. Где обоссанный Антон? Где он? Он буклый. Да. Тихо. Он возвращается. Опа. Где Опа. Мусора. А, вот он. Ты его вижу. Ты достанешь этим ресет. Да ты дегенерат тупой. Спасибо. Пожалуйста. Попал по трупу, блин, грязевого раптора, которого разорвал, бедный. Нафиг вам гарпун. Он, короче, отходит. Да, угадай, ты еще тогда выстрелил в C4, да? Снаряд. Да, я не знаю, чем я. Он разворачивается, тупни. Стреляй, не пойди. Вот он. Почему? Вот он. А! Он должен подплыть сюда. Бот уносит мой костюм, который принес. Сейчас, надо патроны поменять. Тут один спрятан. Дайте чуть где патроны для магнитной пушки? Так вот же валяются на... А, смысле... а они все улетели. Куда улетели? Да вот они. Вот, валяются, вот они все улетели. Он идет обратно на заход. Тупая картечь. Ненавижу. Видите, что происходит? Она не стреляет это выстрелом, она просто выплевывает что-то. Да, конечно, блять, а ты думал, что такое картечь, по-твоему? Я думал, стреляет снаряд, и он просто разрывается, как шрапнель. Картечь это в дробовике, говно, дробь. Так это дробь, это я думал, это шрапнель, черт. Так это и есть. Нет, шрапнельные же снаряды War Thunder сначала летят, а потом взрываются. Пошел жопу со своей шрапнелью War Thunder, говно. Нет, это другой шрап взрывается, а потом уже это осколочно-фугасный. Сверху, вставай до пушки, херачу. Давай, на тебе нахуй, патроны. Чё это для хера, ёб твой сыр? Здесь какая-то херня мега огромная, пей. Что это? Так это и есть матриарх. Ёб твою мать. Пробило. Вы его подранили своей рожей. Блять, я сейчас сдохну. Я сейчас сдохну. Кислород. Скафандр. Я дышать хочу, мама. Твою мать. Где кислородная маска? Я один скафандр. Да какая кислородная маска насквозь пробила, давление убил чё. Да какое давление? Я чуть не сдох от
Мне даже давление ничего не сказал, меня не колышет давление, я, блядь. Нет, меня давление било. Обязательно выживем. Да, ты, блядь. Ай, блин, кислородная маска, срочно. Надо их убить. Блин, мы протаранили батаря. А он сдох из-за того, что мы его протаранили, блядь. А как он выглядит? Я привалился к полу, спасибо, Вартайн. Я видел только огромного Амара, мне пофиг. Как он выглядел вообще? Я видел, сейчас мы подбьем все. Тут еще три трупа огромных каких-то, я не понимаю, что это. А что за херня трупа? У меня? Я не нашел маску. Кислородную, бро. Мы сели на мель. Да. Охереть, это что за дерьмо? Волосатые. Вот что было с феминисткой. Что спереди у нас вообще? Батриан. Ой, охренеть он. Посмотрите в этот перископ. Охереть он. Я уже пойду за лутарку. Это мы сейчас убивали. Ебать он огромный, нахуй. Ну, тихо, дай пострелять, дай пострелять, дай пострелять, дай пострелять, дай пострелять. Да уйди. Да, нихера. Остановите это. Мелкие эти мальки и лохи, они еще к нам пристали. Подлодку остановите, остановите подлодку. Быстро, быстро, быстро. Мы рапторов зачистили. О, крутые. Ой, там шипохвост, валим, валим, валим обратным путем. Твою мать. Твою мать, он стреляет в нас. Пошел он, мать. Шипохвост вообще говно. Я развернусь, сейчас на него постреляю. Да пошел в жопу, Миша. Стреляет он. На тебе, на. Жри патрон, гнида. Я уже уплыл. А ты меня где? Я тут, я на подлодке. Погнали, погнали, придем домой. Пока он нас... А! Вот он, херачиво, херачиво. Я подлодку к следующему заданию. Пошел нафиг. Тихо, по мне не стреляй. Я не стреляю, я убегаю. Ну попал же, главное. Где он? Он вверх угол, насрать на него. Миша, ты сейчас сдохнешь, стой. А где мы домой шли? Остановись, пожалуйста. Я остановлен. Киль меня. Твою мать, сколько у меня есть. Высокое давление, дать смерти. Тупая рана, кровопотеря, укусы, рваная рана. Дотянем до дома, пошли. Надеюсь, пока тебя не было, у нас в инженерном отсеке валялось три трупа грязевых раб. И один труп этого какого. Да, блин, а еще потом акулий тигр валялся. Потом два трупа мои с Мишей в моторном отсеке один, но его разорвало гранаты. Что я пропустил? Вот так, до нас нападали грязевые рапторы. Ну здесь происходили страшные вещи. У нас не было патронов, из-за этого мне пришлось кинуть гранату и взорвать. Офигеть, мы заработали 11 тысяч. Вот реально, офигеть. Быстрее апгрейдить подлодку на 11 тысяч. Ура, мы уничтожили феминизм. У меня появилась идея, смотри, вот лежит зеленая краска, да? Его идея полная херня. Знаешь, что мы сейчас делаем? Да. Мы сейчас выбираем и бежим. Положи на место, понял? Положи на место. Таник, ты тупой, мы тебя потом утопим в балласте. Его идеи полная херня. Они, смотри, они не спускаются, они забыли, блядь. Ну-ка, вылези. Нет, я не вылезу отсюда. Не, попробуй, вдруг они хотят. Отмывай. Как раз. Его идеи. Даниэль, они на половине лестницы про тебя забыли. Поднимайся. Нет, я не поднимусь. Так, а вдруг они реально забыли про меня? Я в балласте прячусь. Да, если что, спустишься вниз, они тебя не достанут. Нет, я в бал... Дегенерат ебаный. Чё? Я в балласте, прячусь. Смотри. Есть. Твою мать, пошёл нахер отсюда. Да все, я в обшивке прячусь. Вот видите, у нас дружелюбие минус один. Потому что я в обшивке прячусь. Короче, правосудие на подлодке. За это. За потерю дорогостоящего оборудования. Вы обязуетесь служить 510 лет. Да, за потерю дорогостоящего оборудования. В качестве наказания вкалывается я. Дорогостоящего оборудования. Его стоимость будет вычтена из вашего жалования, и вы будете работать. Короче, так, смотрите. Идиот! Почему она взорвалась? Что произошло? Что взорвалось? У меня игра зависла. Что взорвалось? Нихера не взорвалось. Короче, смотрите. Я ВКМ случайно нажал, хотел ее расщепить или рисовать. Короче, смотрите. Она взорвалась. Взорвалась краска, не. Нет, меня сейчас заварят. Фу, кто напердел? Дед. Миша, не стреляй, Миша, не стреляй. Нет, я понимаю, что если что-то взорвется, это виноват в оборудовании. За утерю дорогостоящего оборудования или лошарства дается просто отравление. А за это... Да. Правосудие в России. А за это, за
нанесение вреда члену экипажа или подлодки, это, короче... О, у нас есть взрывные снаряды! У нас есть взрывные снаряды для магнитки, смотрите, я один рядом смотрю. Это разрывные снаряды. Миша, погоди, а что если, смотри, человек, короче, напортачил, ему, короче, другой человек дал отравление, и получил сразу же по шапке от того, что он нанес вред члену экипажа. Не, ну молотоглав, твою мать! В смысле? Ё-моё! Бля! Бежим, 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 бежим. Ёбаный хуй, это... Я его убил! Я его убил! Ну мы сейчас утонем! Я его убил! Балласт, прячемся, балласт, блядь! Раптор грязевой! Почему грязевой раптор? Ещё один! Опаснее, чем молотоглав. Я его убил! Короче, почему это было так внезапно? Послушайте, послушайте это... Короче, за нанесение вреда члену экипажа или подлодки штраф в виде кидания в балласт. Давайте Мишу отхуярю просто и отчиню его. А, он. Да тут не только рыб, он еще вторую дверь пожрал. Что делаешь с ним? Я его забрал. Она затапливает. Закройте дверь, дебилы. Я забрал какой-то гидро... Да, переработать его можно. Я ботин. Давай, подожди, иди ко мне, Лев. Нет, зачем ты нос рубишь, ты, бран, ты в этот, в обшивку побоёшься. А, вот так. Там обшивка будет. Да, тебе придётся ждать, или этот, возродиться вот со штрафом, короче. Окей. Только штраф умер. Окей. Ну, со штрафом возродиться. А чё за штраф? Ну, типа, у тебя лох, короче, меньше этих... Вот что будет. Только что на карте только что был молотоглав, и прямо на моих глазах он исчез. Куда вы забрали? А, нет, ничего не вот он появился. Да блин, смысл у меня... Почему у меня опять этот повреждение в органе? Капец, тут это жесть. Короче, ну офигеть, тут полный вообще ящик медицинский. Зачем ты краску взорвал? Ура! Антидот предогена, адреналин. Я тогда этот сбегаю тоже к вам на блоке. Так, морфин. Подвод, антибиотики широкого спектра, физраствор. Клексонид, три штуки. Три клексонида. Слушай, а где этот патрон для дробовика? КЗ. У нас патрон для дробовика нет. Опа, арсенал. Блин, погоди. Реально, это напоминает этот горбуна. Так это и нет, есть он. Нет, это не горбун, это не горбун. Видишь, сверху такая херня. Это не горбун. Ну, короче, смотри. Это какая-нибудь касатка. Это касатка, походу. Нашел молодца. Так, а короче, кому нужен ящик, где 4 патрона для ППшки? В смысле, скинь его сюда. Я его скину в арсенал. А, о, понял, я... О, форму так... врача можно взять же. Да. Так в смысле, в ней можно медикаменты хранить? Да. Короче, тут дофига всего. Я к вам тоже хочу сплавать быстренько. Ну, это 4 магазина для ПП, офигеть. Когда? Ну, возьми, и стену. Нет, мне не надо, я их просто уберу сюда. Тут видишь, еще мужики, да, когда плавают. И где мужики? Короче, потом? Вова, плыви на обломки, забери тут плавают. Это, медицинский шкаф облутаем. Да, забери вообще все с медицинского шкафа. Надо залутать этот шкаф оружейный. Так, что здесь? У нас шлюз сломался, короче. Миша, там, бегите! Ай, блин, что произошло? Там, он, там, он. Там чмок какой-то. А, там эти. Беги, иди, белки это. Да. Да, блин. Да там, короче, хаск, хаск. Хаск? Ты его убил? Да, хаск. Да нет, я не убил, вон он там, двери стоит. Стас, ты видишь, где? Нет, а там вдвоем они. Они вдвоем. Да, я внизу плаку. Да, короче, я забрал тогда выше, это. Выше, пой, выше. Блять, что за херня? Ну, да, Даник, можешь? Даник, алло. Можешь совсем чуть-чуть подлодку выше? Ай, блин, нет, хаск выплыл. Сделай чуть-чуть выше подлодку. Сейчас. Осветительный компонент, что? Алло, баран. Совсем чуть-чуть, да, совсем чуть-чуть, на миллиметр. Все, спасибо. Вот где он, я не понимаю. Все нормально. Там хаск внизу, там хаск внизу. Так, где у меня дробаш? Иди сюда. По-моему, кончается. О, оболочка, плыви. Так, сейчас я его херакну. Отойдите. Я Миша, отойди. Я их херачу. Я уже одного убил. Сейчас второго добью, подожди. Там еще побежит. Второй. Вот, значит, на! Все, труп.
Все, короче. Яйца нашел. Короче, яйца забери. Забери. Вова, залутай. Вот медицинский шкаф. И тут дальше, видишь, это оружейный шкаф. Его тоже залутай, там дофигища оружия. Да. Вообще тут она тут ни хера нет. Вот антибиотики можно. Здесь ни хера нету, там нища. Тут типа ничего полезного нет. Коллекционник, пожалуйста. Да, пакет с колбой. Она парализатор, пожалуйста. 4 фентанила. Она парализатор, говно. Антибиотики, да. Пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас я посмотрю, у меня просто место пока не сильно. Так, странное яйцо, судовой журнал. Ну, судовой журнал не нужен, он говно стоит. Так, продать. А странное яйцо, так судовой журнал 10 рублей продать морщин больше так, стоит. Так мы больше ничего не продаем, если. А насрать. Ну вот сами его заберите. Возьми. Так у меня нету места. Так нахер тогда он нам сдастся. Так, блин, ой, мы сейчас упадем, да. Мы постоянно ладно. Падаем, когда выбираемся на обломки, почему-то. Нет, потому что топливный стержень. Так, короче, да, это походу касатка. Ну или не касатка, а этот, короче, да. Это разведывательная подлодка очень. Бегой. Но. Так это подождите, нет, типа таких подлодок супер дохера. Это не касатка. Каких там нет, их там штуки две. Нет, в плане, когда мы каждый раз, когда мы идем на под этот на обломки, здесь почему-то каждый раз почти всегда одна и та же этот. Да нет, они какие-то непонятные. У нас бывает ремора была. Да, нет, как бы по строению похоже на ремору, но на самом деле это но не ремора. Но все равно всегда у них пробои на этот сверху спереди. Почему? Нет, да. Бывает сзади пробои на топа. Так, форма врача. О, погоди, ну-ка, аккумулятор. Мне осталось где-то 40 секунд до этого. Я уже. Да, обидно тоже. Стас, ну ты же сможешь состыковаться, я надеюсь, да? А знаете, в чем прикол? В чем? У нас этот, короче, шлюз настолько забагался, то что если. Короче, если открывать именно люк, у нас. Я нормально только что открыл и залез, ничего не багает. Вот почему медикаменты не забрал? Ты не слушаешь, нихера, я пошел в жопу, козел. Вот и почему медикаменты не забрал? Потому что у меня места не так много, сейчас я напишу. Ладно, сейчас я их сам уже заберу. Я немного так, это рассортировал арсенал. Пусть будет так. Да мы все засовываем. Так, а на парализатор, значит. У вас она парализаторов 16 штук. А ну ладно. А кто вышел? А, вот этот ниже, скорее всего. Антиоцианида. Почему? Антиоцианида. Я антират возьму, место удостоверения оно мне надо. А вот верби. Так, погоди, а это что такое? Семя бич раптора. Почему у меня, кстати, не растут растения? Какого хера? Так, с водолазных скафандров еще надо вытащить эти баллоны. Ладно, я тогда не буду возвращаться. Ну зачем? Я уже забрал все медикаменты. Ну вот, поэтому возвращаться я не буду. Почему не будешь? А что там брать? А, в смысле, да, этот, точно, на обломке, в смысле? Да. А, мы же еще самый верхний залутали. А, я же... А, нет, я открыть не могу, потому что я карточку выбросил. Там, походу, кто-то сверху есть, да? Так, тихо. Я хочу этого раптора куда-нибудь. А можно выкинуть от подлодки? Так, он удалится потом. Так, уходите, без меня не выезжайте. Так, что тут у нас? Плазменный резак, это мы заменяем. Охереть, у нас подлодка дырявая. Оружие. Ну я опять в полу застрял. Так, что тут у нас? Ящик взрывных снарядов, это я, короче, возьму и сейчас... О, да, бери. Буду плыть. Долго. Я плыву. Так, а где подлодка? Там, значит. А, вон он. Можно без таковки? Да нет, вы опять падаете, да меня насрал. Можешь вылезти, без разницы. Вы опять падаете, но я не смогу пролезть. 25 метров я поплыву. Так, всё, палец. Даниэль, почему мы падаем? Потому алло, что почему? Добро пожаловать, а чё шлюз не закрыл? Да шлюз добро не влияет ни на что. Что это? Нахер ты меняешь? Что это всё? Это балластная флора, мать вашу! Балластная флора, мама!
Охрененно. Что это? Балаган. Она и резаками бьется. Резаками? Резаками. Это говно, которое пошло. Нет, оно ничего не. Вы ему ничего не делаете, не делайте ни хера, дебилы. Нет, оно резаками убивает. Да почему? Помогите мне с реактором, алло! А ты сейчас сдохнешь. Тут Миша умер. Слушай, да. А чего он сдох? А, это дебил, потому что... Он отошел от компа, и... а он был в скафандре. Все, я снял с него скафандр, он тоже был. Сдох уже, блин. Он не режется. Упало! Пропало! Аллах победил! Аллах победил! Блядь, как мы падаем! Россия победила! Ура! Ура! Насос вруби! Насрать на насос, мы победили! А ты затупан за насос, мы ничего не сделаем! Он врут, блин! Все, мы живы, мы живы! Ура! Слава богу! Ура! Ну с хера нам сделать? У нас есть опиум! Путин помог! Плывите, плывите вверх, Стас! Стас, зачем тебе еще? Я передозировки и так. О, черт! Да. Плывите в Версас. А вот оглав. Сейчас бьем. Жди. Нет. Нет, нет, опять флора. Да в смысле? Да, это ёлка, оно сюда идет, оно сюда идет. Закрывай дверь. Убивай ее, убивай. Режьте, 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 сейчас победите. Режьте, режьте. Блять, ожоги опять. Быстрее за скафандрами. Быстрее, 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 быстрее. А в смысле флора опять, алло? Да она тут везде нахер. Короче, ладно, же... давайте тихо, без паники, все нормально. Всех трав, один сдох. Потому что они тупой, на ее костюме сдох. Травмы причем этот психологические. Да. Да. Я выживу.